Пора заглянуть в антикварную лавку к Юре в гости. Давайте глянем, что тут у него новенького. Так, ну что, я уже в магазине. Вообще, меня всегда вдохновляет, когда можно прийти в антикварной лавке, посмотреть какие-то новинки, что-то люди постоянно-постоянно приносят. Бабушка принесла театральную такую сумочку. И оно у них пылится, никому не нужно, а... Есть коллекционеры, которые эту тему обожают. Ух ты, значит, это... Я первый раз вообще такую вижу штуку. Я так понял, сумочка с таким жучком, да. Театральная. И она тут на замочке или на магнитике, или как она? Ага, а замочек открывается каким образом? А, нужно просто поддавить. Я думал, может, там ключик какой-нибудь или еще что-нибудь, или секретка. Ага, и тут просто денежки. Ну, слушай, тут только мелкие какие-то поместятся, банкноты точно не влезут. А какого приблизительно действительно это года, как ты думаешь? Ребят, напишите в комментариях, как думаете. 84-я проба, ну это бабушка принесла театральную такую сумочку. Угу. Уже, говорит, не возраст, не тот по театрам ходить. Причем такой стоит дофига, наверное. А тут какой-то, гляньте, камушек тут есть. И хотел еще показать, что здесь даже есть небольшая монетка из серебришка. Как вам эта тема? А что почем? Почем сейчас действительно такие вот ложки? Ложки, если хочется, например, домой серебряную ложку. Сколько стоит такая ориентировочная? 30 гривен. Да, до 30 гривен грамм взвешивается ложка. И какая вам надо, и выбирайте себе. Плюс и минус. Кушайте прямо еду из серебра. Гляньте, вот какие интересные бывают такие рисуночки. Прямо класс. А какой металл? Это литье. Есть штамповка, а есть литье. То есть, допустим, вот это делается с штамповкой. То есть, есть заготовка, ага. Она ложится в пресс, ага. Бах, выбили, все, оно получилось ложка. А это литье. Отливалось и со всеми рисуночками. Да, отливается. А они по цене дороже, чем... Конечно, на порядок дороже. Ну, не серебряное. Что? Не серебро. Это? Да, да. Серебро. Как серебро? А вот же проба стоит, смотри. Вот. О, действительно. Какая-то для религиозные моменты. Вот тоже есть щипчики для сахара. Вот, короче, такая тема. 5 копеек. Ой, смотрите, какой красивый герб. У меня, кстати, таких не было никогда, такой разновидности. Да. Интересно. Держи. Сколько стоит такая? Так. Чача. Угу. Чача. Да, у него прикольно. Так, это пломба, это. Да, это вы это. А там есть что-то, да? Да, конечно. Он полный, что ли? Да. За 5000 пломб. А я думал, ты выпил же и все, и осталась только вся эта штука. Ну да, булькает. Никак узнать, что там налито. Что там настоящая чача. Ну, пломба стоит. Угу. 2002 года. Хотел уже оторвать. То я думал, сейчас нормально отметим наш видеоролик. Отметим сейчас. Слушай. Ну что, ребята, открываем. А что за пластиковая, да, пломба? Ну да. И сколько стоит такой? 400 гривен выставим сейчас. Слушай, это да. Такая новодельная матрешка, да? Сейчас продаются. Самодельная, новодельная. В этих продаются. Оп. Пам-пам. Кто тут у нас? Следующий участник. Надо нам раз. Следующий участник. Матрешка. Давай. Сейчас. Ага. И оп. Еще один. Все. А гитара. Класс. Вот это забавно. Бам. Бам. Спасибо, что посмотрели это видео полностью. Поддержите его лайком. И до новых встреч. Всем пока, друзья.